В данном видео вы услышите следующее. Украину покидают наблюдатели ОБСЕ. А также не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк, для нас это очень важно. Ну и что, приступим. Члены последней группы специального мониторинга миссии ОБСЕ покидают Украину в понедельник 7 марта, сообщает пресс-служба организации. Процесс временной эвакуации всех членов международной миссии практически завершен. Последняя оставшая группа, главный наблюдатель, команда высшего руководства, теперь покидает Украину, говорится в сообщении.